Большие стеклянные бутылки в 18-19 веке именовались бутылями. Именно такие из светлого и темного стекла можно увидеть в купеческом подвале Центра музея Ивана Александровича Гончарова. В таре из темного стекла симбиряне хранили конопляное или льняное масло. Подсолнечного еще не было, оно появилось позднее. Темное стекло предохраняло масло от вредного воздействия солнечного света. К слову сказать, заводское производство стекла в России началось в 1635 году. Примерно в то же время освоили и выпуск бутылок. Первая отечественная бутылка была выпущена на стекольном заводе, построенном в районе нынешней подмосковной станции Истра, и предназначалась только для аптекарских целей. Кстати, мера «бутылка» появилась в России при Петре I. Русская бутылка равна 1,20 ведра, 1,2 штофа, 5 чарок или 0,6 литра.